общее ощущение вы слышали. Я поблагодарил ученый совет за единогласную поддержку позиции политики ректора по ключевым вопросам развития деятельности вуза. Ну а с чем связан был такой эмоциональный ученый совет? Я сам инициировал, наверное, такие эмоции. Мне не нравится, что в последнее время вокруг ГМИ, да и внутри ГМИ происходит, распространяются всякие лживые слухи и домыслы. А у меня правило такое, я всегда привык разговаривать с коллективом. К сожалению, вот в прошлом году не удалось из-за пандемии, а так два раза в год я всегда разговариваю с коллективом. Вот я сегодня поговорил с коллективом и очень надеюсь, вы посмотрели друг другу в глаза, все сняли в лицо друг другу, высказали все, что мы думаем по поводу этой создавшейся ситуации сегодня, пришли к единому мнению. И повторяю, мне очень приятно, что у нас очень сплоченный ученый совет, они все выразили поддержку деятельности руководства вуза и осудили те негативные факторы, которые имеют место быть вокруг нашего сегодня вокруг нашего вуза. Ну, это, наверное, естественный момент. Понимаете, это человеческая природа. Как я сегодня сказал на ученом совете, за углом, в кулуарах все смело, легко говорить.